многих, для многих животных это радость, вообще такие, как, скажем, медведи, амурские тигры, верблюды, лисицы, волки, все пушные звери себя прекрасно чувствуют в этот период. Конечно, жители Африки, Южной Америки не привыкли к таким морозам, вот, и не привыкли к ограниченному пространству в нашем парке. Поэтому они испытывают после дискоты. Несмотря на то, что лежит везде снег, павлины продолжают ходить по территории, искать солнечные места, курочки декоративные, их сотни гуляют по тайгану сейчас, и даже в самые лютые морозы они продолжают ночевать здесь, прямо на деревьях, на строениях, и, ну, павлины очень крепкие птицы, они выдерживают до минус 28 на открытом морозе, и им ничего не будет. Удивительно. Всегда кажутся очень такими нежно-тропическими. А сколько? Ну, несколько месяцев этому, наверное, полгода, этим по 4 месяца, может быть. Скорее сюда, Кися. Нет. Скорее. А ушки. А им тоже нормально зиму переносят. Ну, не теплый домик там. Идем сюда, скорее. Вот туда, дядя, сходи, они с тобой пойдут. Вот эти все как раз. Опа! Вот так, вот так. А ну, снимай его, его ага. Снимай. Да-да-да. Вот так. Ай, какой красивый. Снимай его, он большой? Да, огромный. Огромный. Смотри, какой красивый. Он весит больше 300 килограмм. Хороший цвет. Вот так, вот так.